Друзья, всем привет! Если вы запустили ванну, то есть такой вот бюджетный способ, как очистить. Буквально 10 минут, и ванна будет как новая. Работает даже на самых запущенных грязных ваннах с желтым налетом и так далее. Для этого способа нужен обычный 9% уксус столовый. Если его нет, можно использовать яблочный. Лимонная кислота или лимонный сок, что есть, и любое моющее средство. Я использую жидкое хозяйственное мыло. Оно мне нравится тем, что оно хорошо очищает и не сильно пенится. То есть нужно поменьше воды, ну, для того, чтобы смыть после этого вот это средство. Моя ванная достаточно в запущенном состоянии, как вы видите, но 10 минут, и вы увидите уже совершенно другой результат. Как готовится средство? 1 столовая ложка моющего средства в посуду. Сюда 2 столовые ложки уксуса. Что хочу еще сказать насчет этого средства? Если у вас не сильное загрязнение, то лучше его не использовать. Оно достаточно агрессивное, поэтому не чаще 2 раз в месяц. Или в том случае, если сильно-сильно запущенное, очень грязное, тогда, конечно, без проблем. Но не стоит увлекаться. И сюда мы добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты. Все, средство готово, и на 1 уборку хватит с лихвой. Нужно будет дождаться, чтобы лимонная кислота растворилась. Она растворяется не очень хорошо, поэтому частенько я использую лимонный сок. Но здесь тоже растворяется, никаких проблем нет. И после этого можно взять губку, вспенить, и мы наносим на все стенки ванной. Смотрите, сразу пошла реакция, и грязь как бы сразу стекает. Никаких усилий нет. Я оставлю минут на 10, мне этого будет достаточно. Ну а после этого возьму губку, пройдусь по тем местам, где еще что-то осталось. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Мою водой. Все просто, быстро. Смотрите результат, что было до и что стало после. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.